очень вкусно. Просто бомба. Очень-очень сыпется, оно такое кремовое, потому что детское мыло, конечно же. Это мыло продается в магазине «Лента». В принципе, на ощупь, ну, как кажется, достойным для купания детей. Пахнет. Вкусно пахнет. Отойди. Конечно, СМР видео мне нормально не сделать, потому что ребенок мне его никуда не деть. Мой малыш. Да, скажи, мама. Французская роза. Надо очень любить мыло, чтобы не заниматься. Мыло очень тугое. Тоже такое достаточно кремовое, масляное. Поэтому его лучше мыть. Однозначно. Но я просто потом хочу, знаете, слепить мыло. Поэтому вот так вот. Поэтому вот так, вот так, вот так. Запах, аромат, запах идет, и ты балдеешь. Это называется релакс, антистресс. Ну а что, муж поехал на рыбалку, я занимаюсь своим делом. Пиздельем, да? Вот хочется, бывает, да, вот раздражают тебя люди. Ты берешь вот так вот и делаешь с мылом. Как один из примеров. Да, да,
Брюс. Вы знаете, у меня на подходе следующее дуру. Вот такое. Но я даже не знаю, брать его, нет. Потому что... Если оно тоже, скорее всего, будет такое кремовое, но оно очень красивое. Такое красивое. Разноцветное. Ага, сыночек. Ой, хорошо режется. Просто бомба. Просто бомба. Смотрите, как хорошо оно режется. Вот это мыло мне понравилось больше, вот эту дуру, потому что у нее само по себе вот такие вот эти полосочки, они расслаиваются, видите? И я вот сейчас сижу и залипла реально. Видите, я его хочу до конца разрезать. Просто залипла. Вот что у нас получилось. Смотрите, какая красота. Это надо любить, безусловно. Вот это надо все любить. Здесь натерты три мыла. Белое прям так хорошо раскрошилось. Детское, которое лентовское. Ой, как оно приятно пахнет. У меня стиралка стирает, поэтому извините. Два кусочка получились. Я бы их просто кинула в ванну и все. Но нет, я их натру. И вот эти сейчас я дорежу тоже чуть-чуть, потому что хочу их смылить в одно единственное. Ну, смылить в одно единственное мыло, короче. Да, вот, снимай. Снимай. Конечно, если бы я на Ютубе не увидела, как девочки этим занимаются, да и мальчиков я нашла тоже, то я, конечно, бы сама к этому не пришла. Спасибо вам. Вот, а дуру оно само вот так вот расползается, его можно просто продавить. Руки, конечно, сушить будет страшно, ну, а то есть перчатки. Но я, конечно, не люблю перчатками пользоваться, я люблю чувствовать именно руками. Вкусно? Вкусно, да?
Вкусно. Многие просто, знаете, думают, вот, они разрезали свое желание, утолили, не знаю, какой там у них антистресс, от какой жизни там они перенапрягаются, да? А что же потом? Изуродовали мыло. Ну, во-первых, это лично каждого дело, да, начнем. Какое и за сколько денег мыло человеку резать? Это раз. Я всегда говорила об этом. А во-вторых, что касается конкретно работы, вот в этом прикол, что вот ты разрезал мыло, а следующим этапом, который тоже не все делают, но я попробую, может, у меня получится, его назад склеить и уже смешать три совершенно разных мыла. И это тоже классно. Это просто бомба. Для меня это оргазм. Вот, поэтому... Особенно, знаете, там, с дегтярным мылом совсем, с каким-нибудь черным мылом, совсем, там, не знаю, с хозяйственным. То есть смешать совершенно разные мыла. Это же здорово. Ну, это надо любить. Это надо любить. Захар, сейчас пойдешь руки мыть. Сейчас мама водичку погреет. Все, иди играй в комнату. У тебя уже все прилипло, сейчас комнату разнесешь тут. Папа у нас на рыбалке. Я не дождалась. И вот захотелось мне этим заняться. Я давно уже к этому собиралась. Никак не могла решиться. Можно попробовать в следующий раз, например, на терке натереть. Как оно там нравится, нет, можно чисто терку, вот у меня есть старые, выделить для этого дела, тогда они будут совсем-совсем тоненькие, классно будет мылить, потому что вот эти вот у меня крупные получились. Как-то так. Девочки, что у меня получилось? Захар все за мной повторяет, не трогай, пожалуйста, сыночек. Я попробую вот такое. Вот попробую с такой вот величины. Такой размер оставлю. Малыш, видите, мне тоже помогает. Но ему, конечно, я знала, что ему будет интересно. Весело. Мы балдеем. Нам нравится. Детская, видите, детская очень хорошо рассыпалась. Я принимаю решение, наверное, что, например... Камей, я, наверное, больше резать, ну, буду стараться запомнить и не буду, потому что оно такое, знаете, кремовое, его лучше мылить. Мылить, это значит в воде или под водой мылить, да. Еще вот такое, да, вот скажи, еще вот такое есть. Все, пока-пока.